Привет. Как зовут? Лера. Я вообще впервые пришла на матч. Я сама с Республики Крым. Вот, я переехала жить в этот город, и я решила то, что, чтобы стать ближе к городу, нужно полностью проникнуться им. И вот, наверное, самое главное — это поддерживать своих, поэтому... Неимоверные эмоции, потому что внутри мурашки. Он вообще красивый. У меня спасибо уже тебе большое. Мурашки, да, я... Ну и что, победы нам всем? Так? Победы! Я просто огромное количество вижу синих панам на секторе. С чем это связано? Все сегодня синенькие ребята. Это движение первых. Движение первых Ростовской области. Это самые активные дети. Их родители сегодня из 35 муниципальных образований области приехали, чтобы поддержать наших ребят. Верим, что они тоже Ростов, но они тоже первые. Абсолютно не разовая акция. Но в моей душе ФК Ростов, еще с ФК Сельмаш, живет благодаря папе очень много лет, и мы сейчас прививаем эту культуру всем ребятам и семьям. Здесь, если посмотреть, то в таких панамках сегодня стоят не только дети, взрослые и совсем старшее поколение. Мы хотим, чтобы часть, вот, культура боления за ФК Ростов стала частью культуры вообще движения первых. Спасибо большое. Ну что, удачи нам. Да, удачи матч. Нашей команде. Верим, что два гола не предел. Ждем от ребят отличной игры. Мы за них болеем. Ощущения тревожные пока. Ощущения от первого тайма. Хорошая. Ну, оборону надо держать и все, а так все хорошо. Ребята, ждем Осипенко на поле. Конечно, очень. У Макса не хватает тоже. Алина? Вы в каком секторе? 116-й, самый лучший. Хорошо, а скажите, пожалуйста, что мотивирует вас сюда приходить? Наши футболисты, которые всегда борются до конца. Ребята, приходите на 116-й. Здесь самые лучшие болельщики. Не пожалеете! Ужас. Вроде ничего, как поражение.
очень хорошо. Начали идеально. Все, что тренировали, так и забили, в принципе.